Thank you.
Постой. Кто? Кто говорит со мной? Так это ты говорил со мной? Как? Как тебе удалось проникнуть в мои мысли? Что ты есть? Слуга своего повелителя? Ты похож на порождение ада. Хочешь, чтобы я замолчал? Послушай, твоего повелителя случайно зовут не Ксардос? Ну хорошо, имена не играют роли. Ладно, просто мне кажется, что это и есть башня Ксардоса. Мне нужно поговорить с твоим повелителем. Не доверяет? Мне? Что за испытание? А, я понял. Тот, кто хочет поговорить с твоим повелителем, должен прежде доказать, что он этого достоин. Постой, что это было? Доказательство? Победа? Над чем? Победа над стихиями? Камень? Лед? Огонь? Вот сердце каменного голема. Что? Верно. Убедительные доказательства. Не хватает? Не хватает. Это... Как насчет сердца огненного голема? Совершенство? Если так, я желаю поговорить с твоим повелителем прямо сейчас. Контраргументы? О чем это ты? Руна? Руна для меня? В таком случае я принимаю руну телепорта. Смертный? Кто посмел отвлечь меня от моих исследований? Меня зовут. Я не желаю знать твое имя. Это несущественно. Куда важнее то, что за долгие годы ты первый, кто сумел разгадать загадки моего голема. Меня прислал Сатурас. Нам нужна твоя помощь. Маги воды хотят использовать свои запасы руды. Решение кроется не в этом. Не в этом? Нет! Говорят, что так называемый спящий на самом деле является злым демоном. Это выяснили члены Болотного Братства. Маги воды уверены, что вся колония находится под угрозой. Эта опасность больше, чем может себе представить любой, кто находится внутри барьера. Все маги огня мертвы. Их убил Гомес. Это меня не удивляет. Тупые мясники-варвары в замке. Им нельзя было доверять. Помогая Гомесу захватить власть, Кариста и остальные сами сунули голову в петлю. Если взрыв Железной горы не предотвратит угрозу... Забудь о руде. Она не в силах обрушить барьер. Если бы Кариста и Сатурас не тратили свое время на решение пустых и никчемных вопросов все эти годы, сейчас они бы знали то же, что и я. Что именно? Ни один из 12 магов не прекращал ломать голову над вопросом, почему они не в состоянии контролировать барьер, и почему он разросся до таких гигантских размеров. И ты нашел ответ? Ну, ясно одно. Ответ находится под городом орков. Город орков? Орки вовсе не звери, как думают большинство людей. Их культура насчитывает столько же лет, сколько и человеческая. Несколько веков назад 5 орков-шаманов
призвали древнего демона в надежде, что он поможет им победить всех врагов. Этот демон, это и есть спящий? Это имя орки дали ему намного позже. Но я не скажу тебе, почему они его так прозвали, и почему сейчас это сверхъестественное создание внушает им такой ужас. Не скажешь? Но почему? Я думаю, что ты можешь быть... Нет! Для того, чтобы убедиться в этом окончательно, я дам тебе одно задание. Какое? Слушай внимательно. Орки изгнали одного шамана из города. За что они изгнали его? Когда один из моих демонов пытал оркского воина, тот уже умирал и был не в состоянии ответить на этот вопрос. Где живет этот изгнанный шаман? Отправляйся на восток, к старой крепости. Ты не заблудишься. Она стоит на вершине горы, и ее видно издалека. В нее можно зайти? На самом деле от старой крепости остались лишь обломки стен. Она была разрушена еще несколько десятилетий назад. Какое отношение этот шаман имеет к моему заданию? Он расскажет тебе вторую часть истории о спящем. Едва ли шаман орков захочет говорить со мной. Ты хочешь, чтобы я помог тебе, или нет? Вообще-то да, но... Тогда больше никогда не подвергай сомнению мои слова. Найди шамана. Он не слишком ладит со своими сородичами из города орков. Так что, возможно, он выслушает незваного гостя, прежде чем превратить его в живой факел. Звучит обнадеживающе. Я добьюсь ответов от этого шамана. Мой слуга уже отдал тебе руну телепортации. В любой момент она перенесет тебя в пентаграмму, которая находится в нижнем зале. У тебя не будет проблем с возвращением. Thank you.
Thank you.
Thank you.